«Вторая волна». Один год из жизни кораллового клуба. 2011 был переломным в нашей истории. Он был полон открытий и достижений. У нас появились новые продукты. Умная еда для высокого качества здоровья. В передаче «Жить здорово» на Первом канале наши питательные батончики были признаны лучшим источником энергии и полноценного питания для детей и взрослых, деловых и активных людей. Вы хотите молодо выглядеть? Вы хотите чувствовать себя молодым? Быть здоровым, энергичным? Тогда вам нужно правильное питание. И это Coral Shake. Ванильное, шоколадное, умное, низкокалорийное и высококачественная еда. Источник силы и здоровья. И потом это просто вкусно. А нейробрайт – это защита самого дорогого актива – нашего сознания и мышления. Он улучшает память, повышает способность к обучению. Флексикор – базовый строительный материал для наших суставов. Это возможность испытывать радость движения в любом возрасте. H500 – надежный экологический щит. Спрессованная в капсулу энергия олимпийских чемпионов для каждого активного человека, кто хочет быть победителем. 2011-й расширил возможности для тех, кто хочет преуспеть в бизнесе. В это кризисное время компания откорректировала маркетинг-план и увеличила выплаты в сеть. Бонус за объем, бонус за расширение сети, а для профессионалов – альтернативный маркетинг-план. За последние полтора года компания приобрела 6 новых офисов в Европе. Свое новоселье отпраздновали коралловцы Польши, Болгарии, Чехии. И это не только новый светлый дом, но и полностью сертифицированный продукт. Новые офисы открыты в странах Балтии, Литве и Эстонии. И это большой праздник. В этом году команда Румынии отпраздновала свою первую годовщину в стенах нового офиса. Его двери гостеприимно распахнуты для потребителей и дистрибьюторов. Проводятся регулярные школы, а впереди готовится к открытию офис в Турции. Расширяется информационная поддержка. И это не только новый формат журнала Coral Time, но и личные кабинеты на сайте coralclub.com. За год проведены сотни вебинаров, телеконференции, связывающие лидеров со своими командами в разных городах и странах. В этом году мы уделяли особое внимание работе с потребителями. В разных городах коралловой страны еженедельно проходят школы правильного питания, благодаря которым потребители не только расширяют свои знания в области здоровья, но и достигают намеченных целей. 22 марта вместе со всем человечеством «Коралловый клуб» отмечает Международный день воды. В каждом поселке, в каждом городе проводились презентации под девизом «Живая вода в каждый дом. Энергия жизни людям». Огромная работа проделана Академией здоровья, возглавляемой Ольгой Алексеевной Бутаковой. Тысячи выпускников Академии повысили уровень своих знаний в области здоровья и правильного питания. Здоровый образ жизни объединяет людей разного возраста, профессий и увлечений. И коралловцы в разных городах мира принимают участие в выставках, играх и спортивных мероприятиях. В этом году состоялся 10-й юбилей гольф-турнира «Деловые люди», участником и официальным партнером которого стал «Коралловый клуб». Наши продукты пользуются неизменной популярностью у спортсменов разных стран мира. «Коралловый клуб» покоряет пространство от Северного до Южного полюсов. В 2011 году о сетевом бизнесе, как об уникальной возможности, заговорили в средствах массовой информации. Ведь это новая профессия. И для освоения ее в «Коралловом клубе» успешно работает пошаговая система школ и мероприятий, где мы не только осваиваем основы бизнеса, учимся ставить цели, планировать свою работу, осваиваем навыки, расширяем видение, но и учимся расставаться со своими страхами, создавать дружные творческие команды. Объединяем людей. В нашем клубе работает школа здоровья и активного отдыха для малышей, подростков и их родителей. Одновременно сотни школ, семинаров, тренингов проходят на огромной территории коралловой страны. Чтобы добиться успеха, нужны не только знания, навыки работы и точный план. Необходимо сбросить оковы старых стереотипов, поверить в себя, в свои силы, раскрыть свой творческий потенциал. Ведь успех – это выбор, подтвержденный ежедневными действиями. Это желание делиться, поддерживать других и достигать успеха. Мы вместе, мы одна команда. И на заснеженных горных вершинах,
и в тропических морях. Коралловый клуб – это не просто бизнес, это стиль жизни. Ширится и растет движение молодых предпринимателей. Взрослыми нас делает не возраст, а готовность взять ответственность за свою жизнь на себя. Поколение Next открывает эту дорогу для тысяч молодых людей. Какие прекрасные, одухотворенные лица, сколько энергии и энтузиазма, а главное, реальных достижений молодых предпринимателей. Коралловый клуб стал для них стартовой площадкой, первыми самостоятельными шагами в бизнесе. В 2010 году началось движение по озеленению территории храма в селе Лазаревка. Сегодня оно переросло в международную социально-экологическую программу «Дерево 21 века». В этом году в разных городах, уголках мира коралловцы высаживают целые аллеи, а в Москве командой кораллового клуба заложен парк. Делать мир красивым – это не слова, это реальность. 2011 год был богат юбилеем. Свое десятилетие отметила знаменитая фабрика мастеров Запорожья. Неиссякаемый источник глубоких знаний, творчества, юмора, объединенные девизом «С любовью к людям». Ее выпускники сегодня успешные бизнесмены. Они приезжают, чтобы поделиться своими секретами, своими знаниями с будущими мастерами. 10 лет назад на первой конференции в Саратове собралось всего 70 дистрибьюторов, а сегодня огромные залы не вмещают всех желающих. В этом году свое десятилетие отметила и команда стран Балтии. Дистрибьюторы Латвии, Эстонии, Литвы пригласили на этот радостный праздник своих родных и близких, своих друзей и единомышленников. Традиционно в начале года состоялся фрегат мастеров в Одессе. Это лаборатория творческих идей. Сюда приезжают лидеры компаний, чтобы подвести итоги проделанной работы за год, построить планы на будущее, поставить задачи для себя и для своих команд. Ведь у каждого есть чем поделиться. Новые успешные методы работы, новые идеи. А главное, есть желание ближе узнать друг друга, поддерживать друг друга и двигаться вперед. Конференция для начинающих директоров состоялась в Тунисе. Для многих это было открытие. Открытие экзотической страны, открытие новых единомышленников, история преодоления трудностей, принятия решения, первых шагов и первых побед. Конечно, разговоры до утра. С собой мы увозим тепло, море и необыкновенную красоту Сахары. Уже несколько лет работает офис в Италии. В этом году состоялась вторая конференция в Риме с участием Ольги Алексеевны Бутаковой. Ее глубокие знания вдохновили участников конференции. Итальянские потребители с восторгом говорили о достигнутых результатах. В красивейшем горном курорте провели свою первую конференцию дистрибьюторы Румынии. Талантливые ораторы, настоящие профессионалы. Они делились историями побед и достижений и получали заслуженные награды. За это время в Румынии выросла целая плеяда лидеров компании «Международный коралловый клуб». Большой и радостный праздник. А на земле Израиля уже появились новые мастера. Команда Израиля работает с энергией, юмором и творческим энтузиазмом. В этом году в Болгарии прошло несколько школ. На одной из них присутствовал Казар Миграбян. Он поделился своими секретами. А все вместе ребята учились работать дружной командой, преодолевать препятствия и становиться настоящими победителями. Большая конференция для изумрудных директоров и их лидеров состоялась в Турции. Чтобы попасть сюда, каждый выполнил непростой промоушен. Это был большой и упорный труд. Кто хорошо работает, тот умеет здорово отдыхать. И наградой участникам стали новые знания, новые друзья, новые статусы, искренняя радость победы и огромная энергия для будущих достижений. Алушта. Зима, холодное море и горячие сердца участников конференции, вдохновленные выступлением президента компании Леонида Августовича Лапа. Мы видим будущее. Фейерверк творческих экспромтов, выступления лидеров и команд. И, конечно, неожиданные подарки. Вместе мы зажигаем звезды.
Network Revolution. Под таким названием прошла конференция в Харькове. Лидеры из разных городов учились ставить новые задачи, быть профессиональными, грамотными и, конечно, получали заслуженное признание и радовались победам своих партнеров. Конференция закончилась настоящим карнавалом. Вместе учиться, трудиться и радоваться – это стиль жизни кораллового клуба. Москва, март. Конференция «Золотые для золотых». Опыт золотых мастеров, подтвержденный необыкновенными историями побед новых лидеров. Это этапное событие в жизни каждого растущего лидера. Победа – результат наших действий, умноженных на энтузиазм. В этом году уже 5-й съезд мастеров состоялся в Барселоне. Мы расширяем границы мира. Мы открываем для себя новые страны. И это встреча друзей. Мы много путешествовали, видели древний Монсеррат, восхищались архитектурными шедеврами Гауди, влюбились в красоту и гостеприимство Барселоны и получили фантастическую энергию испанского футбола и фламенко. И как маленькие ручейки сливаются в огромный поток, так коралловцы всего мира съезжаются на летний форум в Москве, чтобы увидеть всю мощь компании, чтобы ощутить свою причастность к этому великому делу. Сегодня нас тысячи. Тысячи друзей, тысячи единомышленников, тысячи успешных предпринимателей, людей, которые смогли не только изменить свою жизнь, но открыть дорогу великих возможностей многим людям. Нам есть что праздновать, нам есть кого поздравлять, нам есть чему радоваться. Мы ясно видим наше будущее и точно знаем, куда мы идем. Сегодня слова достижения, успех, процветание, признание звучат на многих языках мира. Коралловый клуб уверенно шагает по планете. Ахой, коралловцы! Шалом, улам, алмогей! Buongiorno a tutti! Накурао, Болгария! Лабадяна, коралу пасаулес! Витам всіх дуже сердечно! Herkese merhabalar. Burada sizinle olmaktan çok memnunum ve çok mutluyum. Guten Morgen, Coral Club. Guten Morgen, Moskau. Wir begrüßen euch. Buenos dias. Спасибо тебе, 2011 год. Здравствуй, 2012. Год великих свершений и необыкновенных возможностей.